и добро пожаловать на мой канал. Сейчас я нахожусь в метро и жду, когда приедет мой поезд, чтобы отправиться в зоопарк. Я читала очень много хороших отзывов о нем. Я очень надеюсь, что мне удастся увидеть панд. Оставайтесь со мной и поехали! Произошла очень милая ситуация, которая напомнила мне о том, как важно разговаривать с людьми. Я должна была ехать в этот зоопарк на автобусе, но вместо этого я подошла к местным девушкам, они примерно мои ровесницы, и в итоге мы поехали на такси все вместе, и я заплатила в два раза меньше, и попрактиковала свой английский, и просто провела такую приятную беседу. Так что не стесняйтесь, подходите к местным, я думаю, что им даже приятно. Вот так выглядит карта зоопарка. Как вы видите, он довольно большой. Здесь живут и пингвины, и тигры, и львы, и много птиц, фламинго и панды. Так что начинаем. За моей спиной я вижу первого товарища. Это жираф. И самое смешное, что я просто шла своей дорогой, поворачиваюсь, а там стоит и смотрит на меня вот это огромное создание. Я так испугалась, хотя он вообще не страшный. В этом зоопарке больше ощущается такая реальная, настоящая природа, потому что птицы не в вольерах, а они совершенно спокойно здесь находятся. Все сделано максимально приближенно к условиям, в которых эти птицы и должны жить. А здесь прямо из Австралии приехал страус Эму. Крайне забавные существа, петухи. Они такие прям большие, забавные и громкие. Сейчас я по-настоящему удивилась. Я смотрела, как обезьяны едят еду с мусорки, а тут лежит лев. Какая грациозная красавица, королева. А вот, кстати, лев, но он отдыхает. А вот она на своем троне. Вау. Нам пора признать, что абсолютно все котики очаровательны. У меня создается впечатление, что я в мультике про Маугли. Его точно могли снимать в этой локации или какой-либо приключенческий фильм про джунгли. Пожалуйста, супер. Панда буквально в 3 метрах от меня спит. Вау!
Во-первых, это потрясающее чувство, когда панды находятся настолько близко к себе. Они очень ленивые и очень неповоротливые и очень милые. Малайзия – это такая страна, где в целом на протяжении всего года температура плюс-минус одинаковая, поэтому, конечно, здесь довольно легко построить подобные зоопарки, поскольку здесь много животных, которые привыкли к теплым условиям, и им здесь хорошо. Но, к сожалению, в России такое построить нельзя, потому что у нас достаточно жаркое лето, ну и достаточно холодная зима. Поэтому у нас зоопарки только такие клеточные, и все не под открытым небом. Жаль. Я поняла, что торговые центры в Малайзии отличаются от наших торговых центров своей масштабностью. Здесь каждый магазин имеет очень яркие витрины, и тебе хочется зайти и посмотреть абсолютно все. У нас такого нет. Я нашла японский магазин. Я не понимаю ничего, что там продают, но выглядит это очень интересно. Пойдемте. Судя по всему, это такие известные булочки с матчей. Я никогда не пробовала матчу, хотя в России она очень популярная, но у меня она почему-то вообще не вызывает интереса. Они, кстати, по текстуре очень приятные. Огромнейший стенд с гранолой.
суши в таких наборах очень популярны в Малайзии. Их продают на каждом шагу. А это уже сладкие роллы. Например, вот этот с клубникой. Пора ехать в Японию. Этот день был очень приятный. Мы с вами посетили потрясающий зоопарк. Я думаю, очень важно иногда проводить время с животными, с природой, отдыхать душой и наполняться такой, скажем так, энергией Земли. И сегодня у меня это определенно получилось. Я заметила, что в Малайзии очень сложно просыпаться, потому что здесь очень теплый климат, поэтому здесь можно спокойно пробыть в отеле до часа дня, до 2 часов дня. И я наконец-таки дошла до завтрака и решила поесть в суши-ресторане. В Азии очень распространены рестораны, где ты буквально можешь вот так вот взять себе еду, и от цвета тарелки зависит цена. Соответственно, фиолетовое самое дорогое, вот голубое уже 6 рингит стоит, красное это самое дешевое. Это очень эффектная и красивая подача. Я приехала в город, который называется Genting Highlands. И его особенность в том, что он буквально находится в горах. И чтобы сюда добраться, нужно сначала ехать по серпантину, а потом подниматься на фуникулёре. Я здесь уже второй раз, я была здесь 5 лет назад. Это потрясающее место, известное тем, что...
потрясающее во всем этом комплексе Genting Highlands, это, конечно, природа. То есть, да, аттракционы, это все здорово, но в России, по крайней мере, в моем регионе, в Санкт-Петербурге, такого точно не найдешь, поэтому хочу почувствовать природу. Сейчас спустимся вот в этот храм. Кстати, я думала, что у меня есть возможность в моем блоге немножко пожаловаться. Мне 19 лет, и я специально заходила на разные сайты, читала, и мне сказали, что в Genting Highlands от 19 лет можно пройти в казино. Я хотела просто зайти посмотреть, немножко снять вам для влога. Нет, вам должно быть 21, хотя везде пишут 19 лет, супер, да, ты зайдешь. По факту на месте мне говорят, что нельзя. Поэтому после неудачного похода в казино мне нужно опять соединиться с природой. Мне кажется, уже все пробовали знаменитую вкусняшку, которая называется моти, а я до сих пор ни разу их не пробовала, поэтому я решила здесь взять с клубничным вкусом, и я очень надеюсь, что это вкусно. Давайте пробовать. Они совсем маленькие, меньше моей ладошки. Они по консистенции похожи на тесто, из которого еще можно скатать вообще что угодно. Очень-очень мягкие. И пахнут клубникой. Попробуем. Ну, в целом это и похоже на тесто. Это действительно просто как будто тесто, в которое положили варенье. А тесто такое полусырое. Но в целом, мне кажется, неплохо. Довольно вкусно. Я почему-то даже ожидала худшего. Неплохо. 6 из 10.